дети читают стихи. Трифонова Анастасия, 9 лет, город Чебоксары. Ирина Самарина, как снега захотелось. Господи, как снега захотелось! Хлопьями летящего с небес, чтоб земля невестой оделась, и туман над городом исчез. Хочется снежинок первых, нежных, чтобы люди, позабыв дела, вверх смотрели на подарок снежный и сказали вслух: «Зима пришла!» Хочется услышать смех детишек с восхищением трогающих снег. Вечера зимой добрей и тише, и блестит вонь замерзших рек. Хочется зимы, чтоб в мире этом стало все хоть капельку белей. Пусть снежинки полетят по свету, радость принося в сердца людей. Господи, как снега захотелось, хлопьями летящего с небес, чтоб зимой душа людская грелась ожиданием счастья и чудес.